Мусульмане всего мира отмечают Идаль-Фитр, праздник, знаменующий окончание священного для верующих месяца Рамадан. В секторе Газа, в лагерях для вынужденных переселенцев, дети стоят в очереди, чтобы взрослые им раскрасили лица и по традиции раздали угощения. Праздник в палестинском анклаве омрачен тяжелой гуманитарной ситуацией и тревожным ожиданием возможного наступления израильских сил на Рафах, на юге анклава. В понедельник премьер-министр еврейского государства заявил, что дата наземного вторжения в Рафах уже назначена. Многие жители Газы, потерявшие за время войны Израиля с Хамас своих близких, отправились на кладбище. جوز بنتي وبنتي وحفيدي وعيل بحالها ايش بدك اياني احكي يما ايش بدك اياني اقول اجيت ازور عيل بحالها 11 نفر هان. Идаль-Фитр в Европе выглядит совсем по-другому. Но несмотря на разительный контраст, на этом пышном празднике в Германии, как и в других странах Старого Света, мусульмане не забывали о ситуации в Газе. Das ist natürlich was schlimm, was in Gaza passiert, auch davor, was in Israel passiert war. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine Feier, eine große Feier, wo die Kinder natürlich auch hoffen, dass es Geschenke gibt, dass es Feierlichkeiten gibt. Aber im Herzen, im Hintergrund und natürlich im Hinterkopf hat man immer natürlich die Bilder. В мусульманских общинах по всему миру возносят молитвы за окончание войны в Газе, которая длится более 6 месяцев. За это время, по данным палестинской стороны, погибли порядка 33 тысяч человек. Цахал вошел в Газу после нападения Хамас на Израиль, в ходе которого около 1200 израильтян были убиты и 250 похищены.